Меня зовут Майк, и агент под прикрытием, участвуем в поимке особо опасных преступников Лос-Сантоса. И сегодня моя цель — Билл. $25 000 назначено за его голову. Нужно его поймать и арестовать. Я вижу очень много охраны, значит, Билл точно здесь. Его просто нужно найти, обозначить, и начнется спецоперация. Будем брать его живьем. Да, ребята вооружены обрезанными пистолетами. Хорошо, и мы, наверное, обойдем все и посмотрим, сколько тут ребят и насколько серьезно они вооружены. И, кстати, я вижу Билла с левой стороны как раз. Можно подойти к стойке и посмотреть аккуратненько. Да, это совершенно верно, это он стоит и курит. Охраны возле него, конечно, много. Подсобку я заходить не буду, там, наверное, будет нам недоступно. Хорошо, выходим на улицу, вызываем уже ребят из СВАТа, и спецоперация начинается. Я вооружился и готов брать Билла живьем. $25 000 на кону. Я вызвал полицию Лос-Сантоса, она приезжает, окружаем здание, никто не заходит, никто не выходит, кроме гражданских, и будем брать его живьем. Всех остальных, конечно, будем гасить, так я вижу полицию на подходе, мы окружаем все здание, и, ребята, главное, чтобы никто не ушел. Особенно Билл. Так, есть охранник с уходом, и его сразу гасим и заходим. Выводим всех гражданских по одному, аккуратненько. Так, чувак развелся слишком... Так, пройдем, не пройдем. Да, выходит уже... Так, просто пахаря. И заходим, гасим всех. Девочки, выходим по одному. Там заварушка начинается, полиция Лос-Сантоса уже работает. Да, девочки выходят, гражданские выходят по одному. Спокойно. Охрану Билла просто уничтожаем. Главное, никого не задеть. Так, чувак, нет оружия. Тебя нет оружия, ты готов? Ребята, вы должны, по идее, выйти. Так, перезарядку, мне нужен Билл. Так, вижу, заварушка начинается. Так, угрюком. И можно уйти в укрытие. Здесь довольно хорошее укрытие. Да, Билл уже на месте. Он как-то мешается. Так, нужно использовать шокер. Надеюсь, ребята не прикроют уже с улицы, а я это разберусь. Ох ты, сколько их тут там. Их тут довольно много. Так, полиция уже заходит. Да, заходит коп уже. Нам нужно пойти на уже сват. Ребята, из свата хорошо будет работать. Хорошо, гасим всех, кто будет нас стрелять. Они просто идут и идут. Перезарядка. Так, хорошо, можно взять шокер, на его использовать, и... У меня нет шокера. Черт возьми, я забыл шокер. Хорошо, по ногам, может, потом его взять будет. Так, охрану мы уничтожим. Охрану уничтожим. Сколько их вам? Так, полиция у нас, походу, уже снаружи. А я решил перестрелку. Так, может, дробовичок. А он мне нужен реально живье. Так, чё, ты живой? А теперь мертвый. Ох ты, да, мясорубка просто. Так, вы пока со спины меня. Полиция Лос-Сантоса, где вы находитесь? Меня уже реально прессуют со спины. Так, вызываем сват, ребята, нужно заходить и штурмовать. Мне тут слишком жарко. Так, перезарядку пока что никого нету. Где он перезарядку? Он еще живой. Теперь мертвый. Черт возьми, у нее пулемет. Так, походу больше никого нету. Но остались еще парочки в зале. Я реально странно. Пока он делал перезарядку, можно вынести одного. Он мне реально приступит на подавление. Он идет в атаку, нужно стрелять. Ох, это решил сбежать. Так, стреляем на нам. Ребята, берем его про... Живьем. Черт возьми, его убили. Теперь уже деваться некуда и придется всех убивать. Всех просто... Так, я вкарю. Так, можно зайти по собственным помещениям. И у нас нет прохода. Так, он готов. Да, Билл, конечно, мертв, это печально, и шеф будет очень недоволен. Так, знаете, свинца. Ух ты, сколько мяса там. Так, фонарик работает, меня прикроет, вызываем Росват, ребята, штурмуем. Билл мертв, я даже не знаю, кто его убил. Походу, убил какой-то коп. Давай же, высовывайся. Получил свинца. Так, еще на подходе. Они еще заходят. Все спокойно и тихо теперь. Да, конечно, печалька. Билл убитый. Шеф будет, но недоволен. Но довольно много было у него вооруженной охраны. Очуметь. Дискотека. Ночная дискотека продолжается. Выходим на улицу и посмотрим, сколько там еще осталось. Ох ты, жесть, сколько здесь трупов-то. Да, из пулемет Билла можно его взять и использовать. Так, полиция Лос-Сантоса, где вы находитесь? Так, он готов, сделаем перезарядку.
Девочка, все в порядке. Так, выходим, выходим. Слишком много трупов. Так, полиция приезжает уже. И убиваю оставшуюся банду Бива. Куда собрался-то? Так, он готов. Есть еще ребята с левой стороны, с правой. Полиция у Санса уже перестрелку устроила. Ух ты, сколько их здесь. Их слишком много, и мне реально нужно подкрепление. Вызываем СВАТ. Так, меня очень сильно прессует. Сейчас приедет СВАТ и поможет. Мне реально нужно даже высунуться. Так, вызываем уже еще полицию. Давай, высовывайся. Один, второй готов. Черт возьми, у меня реально кончаются патроны уже. Так, приезжает СВАТ, вижу. Да, ребята, приехали, сейчас разберемся быстренько с вами. Держись, свинце. Нормально. Тут довольно жарко. Да, брать его живьем, конечно, было очень сложно. И просто нереально, потому что слишком много охраны. В следующий раз надо было внедряться в группировку, и тогда можно было его брать. Так, где наши копы? Полиция Усанцы, где вы находитесь? Мне нужна реально подмога. Я даже не могу высунуться никуда. Там есть тачка с пулеметом. Нужно подобраться к ней и тогда уже дать жару. Так, походу все. Делаем перезарядку. Я вижу, копы уже на подходе. И оставившие банду уже уничтожаем. Так, со стороны приехали. Как же долго ребята ехали. Мне тут было довольно жарко. Сколько крови и сколько погибли наших. Так, у тебя пушка, брось оружие. Все-таки одного, друзья, мы взяли. О, это хорошо, его добросим. Хотя это вроде не стоит, био мертвый. Но мы, конечно, отвезем вам. Многих убили, одного взяли живьем. Так, ну что, на подходе, походу. Ох, приезжает. Походу, это банда Бива. Ну что, встречаем, ребята, идем в атаку. Вот сколько тачек приехало. Там есть, по идее, тачка с пулеметом, можно взять ее и использовать. Ребята, прикройте меня, я беру эту тачку. Я вас сейчас прикрою. Так, возьмем уже тачку и... Хо-хо, это будет реальный замес. Я реально просто встречаю, они слишком далеко, но они прикроют меня, если что, я тоже их прикрою. Здесь только пулемет. Хотя мне нужно будет еще ракетница. Так, хорошо, идем в атаку. Возможно, обойдем даже с фланга. А можно обойти и нам с фланга. Вот, наверное, пистолет. Здесь гораздо точнее. Входим в открытие и вызываем еще подкрепление. Так, ребята, есть свата. Идем в атаку. Так, я никого не вижу. А, нет, вижу. Так, нужно подойти чуть ближе. Черт возьми, здесь реально уже началась какая-то война. Так, ребята, прикрывайте меня, я подхожу поближе. Чувак, что тачка рванет? Черт, не успел отбежать. Так, вижу, с правой стороны, они реально идут просто. Так, вызываем еще СВАТ, потому что слишком жарко и слишком много убитых полицейских. Так, это готов, тут готов. Можно идти уже вперед, можно обойти, наверное, с правой стороны. Ребята, прикрывайте меня, я пошел с правой стороны, обойду. Подойдем чуть ближе. Черт возьми, там просто рванулка. Так, подошу поближе. И гасим оставшуюся банду уже. Так, приехал СВАТ уже с другой стороны. И гасим здесь. Черт возьми, там слишком много. Полиция у станции нам как раз поможет. Так, я пошел с другой стороны. Так, нужно укрытие. Нам нужно укрытие. Так, у нас есть автомат. Можно использовать автомат. Перезарядку. Ребята, идем в атаку. Осталась последняя банда. Тут слишком жарко. Я даже не могу высунуться, мне реально прессует слишком. Так, у нас еще есть пулемет Бива. Он довольно хороший. Сейчас выйдем и всех загасим. Ох ты, мясо. Патронов уже на исходе. Так, обойдем с другой стороны. Прикроем нашего.
Нет, он уже мертвый. Чувак, вставай, отходи. Это был, походу, последний. Хорошо, мы арестовали всего лишь одного подозреваемого, много убили. Право на расшутель. А он уже сразу мертвый, его убили сразу. Поедем уже в полицейский участок говорить нашему шефу. Интересно, что он скажет, и увидимся в других роликах. Всем спасибо и всем пока. Something's in the way. Something's in the way. Won't you bring me down? Bring me down somewhere I feel safe. It's getting warmer now, warmer now.